Да. И есть еще один персонаж, он хоть и не входит в правительство России, но он имеет большое влияние в пропагандистском пространстве. Это товарищ Стрелков Гиркин. И вот что же говорится о нем. Вы знаете, он скоро очень вернется с войны обратно. И начнет опять нам вещать на своих каналах. То есть сейчас мы видим информационное поле пустое, поскольку как бы есть информация, что он участвует в военных действиях. Но совсем скоро он вернется с этих военных действий и опять начнет заполнять информационное пространство. А почему же он вернется? Потому что действительно существует ему огромная опасность погибнуть. И не погибнуть на поле боя, а погибнуть совсем при других обстоятельствах, поскольку мы все знаем, что на него охотятся. И вот что произойдет. Скорее всего, что он сдаст какую-то очень важную информацию. Вот я сейчас не могу сказать точно, кому он ее сдаст, или кому-то в России, или же украинской разведке, но от него будет сдача информации, взамен чего он получит защиту и временную отсрочку от приговора. То есть, грубо говоря, взамен на свою жизнь он сдаст информацию. И тем самым он, ну, по сути, себя обезопасит. И вернется опять в свое медийное пространство, в свое удобное кресло, как он и привык вещать в эфире. Вот коротко, что сейчас происходит в России.